Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Реакция Эмферствилла. Меня зовут Артурчик Эмферствилл. Сегодня мы будем слушать новый трек Гон Флада и Кейкбоя. Как я понимаю, это первый сингл вроде как с альбома Флодалити, если мне что не изменяет в памяти. Трек называется Log Backwoods. Давно ждали мы, собственно, альбом от Гон Флада. Знаю, что они довольно долго его писали. Должно быть заебись, надеюсь. Прежде чем начнем, подпишись на twitch.tv/ferstil, на телеграм-канал Ferstil, мне будет это важно. В целом будет пиздато, короче, если вы будете поддерживать. У нас тут довольно веселая компашка. Гон Флад Кейкбой, собственно, на треке, на сингле с Флодалити. Продюсер Джетти Газ, Джетти Газу респект. Есть какая-то инфа. Изначально в пресейве была другая обложка. Ну, в целом это база, да, для пресейва. Первый отрывок этого трека Флад запостил в канале 18 апреля 22 года. Блядь, 2 с лишним года прошло. 26 августа 22 года выложил более продолжительный фрагмент в телеграм-канале. Последний сниппет был недавно показан с датой. Пиздец, 2,5 года треку. 2,5 года. Охуеть, блядь. Ебануться можно. Ну чё, блядь, ну Саша Гонфлад всегда держит, типа, марку качества, и мне кажется, что должно быть в целом заебись. Типа, по крайней мере, на это есть жесткая надежда. Let's go, давайте слушать без всякой хуйни. Go! Бля, мне уже начинает нравиться, если честно. Флодалити. Шума высоко без парашюта, пик температуры, жара дрит на мне, я орошую. Пара тела, влага, градом, сорвут эти груди, ады ночи, стили, буги, вуги, дуби, дуби. Бля, вот сюда бы еще на фит Коли Лиду, блядь. Дава, дава, бэм, 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 бэм. Вы на шопу, бэм, 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 бэм. Хорошо. Бля, Паш Биткастер, сделай на это хэппи-хардкор ремикс, я тебя очень прошу. А на самом деле жесткое желание. Так. Окей. Бля, жесткое желание ремикс сделать на этот трек, потому что вокальные линии и исполнение здесь пиздец разъебное, а биточек как будто можно еще. Это жесткий плюс вайб. Не знаю, я соскучился по позитивной музыке от Гон Флад. Под такую музыку пиздец как хочется танцевать и в целом развлекаться. Бля, вы заметили, что в целом меня, короче, я сегодня буквально, по-моему, с кем-то это обсуждал, что меня пиздец как заебало, что в русской музыке, короче, очень много либо выебона, либо депрессухи, и очень мало позитивной музыки стало. Как бы. Такое, чтобы вот потанцевать и, типа, заебись как-то себя чувствовать. Нет такой хуйни, что ты просто сидишь и такой, блядь, я хочу нахуй. Просто, блядь, потанцевать. В чем, блядь, моя проблема? А у нас как будто начали забывать о том, что музыка не только для прослушки, но и для танцев, ебаный в рот. Коль Лида есть у нас. Ну, Коль Лида, базара нет, но... Ну, если, типа, мы говорим про электронную музыку, то, может быть, да, типа, какой-то такой вайт. Но мне бы еще, типа, знаешь, вот
какого-то грув R&B, короче, хочется еще параллельно. Колян, понятно, что он мультижанровый чел, и он может вообще много чего. Но вот, вот этого вайбика Саши Гонфлада, его, короче, не подделать. Ты его слушаешь, и ты сразу, блядь, такой... Да. Вот он просто в начале интро просто сделал на-на-на-на, и я такой, да, это уже то, что нужно, нахуй. Мне потанцевать нельзя, блядь. Спасибо Глебу «Три дня дождя» за популяризацию депрессии. Не, бля, как бы я не спорю, что депрессивная музыка имеет, как бы, да, право на жизнь, и очень много, большому количеству людей она помогает, но, блядь, хочется еще пиздато покайфовать. Хочешь танцевать — танцуй. Блядь, ну, ебаный в рот. Не знаю, мое мнение, друзья, такое, что реально вот грувчиков как будто мало стало в русской музыке в последнее время. Популярные уж точно. Но трек разъеб. Но я буду ждать альбом. Будем, я надеюсь, что на стримчике сможем разобрать. По крайней мере, перед туром. Надеюсь, успею. И, типа, жестко покайфуем. Вот Илюха хочет взять с собой для стримов комп. Может, буду как-то тоже из тура подстримливать. Поэтому есть что, имейте в виду. Сашка Консладу жесткий респект. Мне понравился трекан. Скорее всего, улетает ко мне в плейлист. Ну и, может быть, реально попробует ремикс сделать. Чисто ради интереса. Хардкорный реально. Было бы заебись.